Всем привет! Вот такую красоту я только что получила. Это посылка от моей подписчицы. Я настолько счастлива, ну просто не передать словами. Она мне буквально вчера в комментариях к одному из моих видео на YouTube написала, что отправила посылку и интересовалась тем, не получила ли я ее. Я была очень расстроена от того, что мне пришлось сказать нет, извините, я ее не получила еще. И буквально этим же вечером, когда я возвращалась с работы, я в почтовом ящике обнаружила извещение. Извещание, как правильно? В общем, я обнаружила листочек, на котором было написано, что ко мне пришла посылка весом 683 грамма из города Ярославль от Кирилловой Марины. Посылка шла первым классом. В общем, я не могу ждать, я не хочу ждать, и я сейчас попробую прямо здесь, в парке. Я сейчас сижу в парке возле почты. Здесь безумно красиво, цветут каштаны, очень хорошая погода, и я не хочу ждать, я хочу открыть прямо сейчас. Так, я всегда с собой ношу маленький ножичек. Я постараюсь сейчас его достать, но я сомневаюсь, что у меня получится это одной рукой, поэтому я, наверное, сейчас... А, нет... Представьте себе, я его сразу нашла. Итак, одной рукой это сделать сложно. Очень интересная коробочка. Так. Наверное, все-таки я открою двумя руками и вернусь. Итак, я открыла. Боже, какая красота! По словам подписчицы, она отправляла посылку к Пасхе. Я так понимаю, там, скорее всего, что-то пасхальное. Господи, какая прелесть! Как неудобно одной рукой доставать. Какая красота! Мне прям безумно интересно. Вы только посмотрите, сколько курочек. Какие же они все классные. Так. Какая красота. Вот такое вот, кстати, можно использовать не только в пасхальном декоре. Очень даже много идей можно сделать с такой красотой. А там все не кончается. Еще одна курочка. А, мне теперь можно просто целую куриную семью создать. Какой тюльпанчик красивый. Еще одна курочка. Какая птичка невероятная. Я обожаю птиц, просто птицы – это моя любовь. И у меня даже свадьба была в птичьих. Птичками, не в птичьих, а с птичками заговариваюсь. Ну вот, невероятно красивая птичка. И, кстати, я так понимаю, это магазин Fix Price. Просто я у нас в магазине не видела таких птиц. Очень круто. Ее можно просто круто перекрасить, сделать что-то невероятно красивое. Так. Ой-ой-ой, какая красота, боже. Смотрите, только посмотрите. Я хочу немножко раскрыть, добраться, потому что через пакет все равно не то. Все равно не то. Сейчас я пробую это сделать. И главное, вы только посмотрите, все это в пупырке, чтобы, не дай бог, наша почта России не разбила, чтобы все аккуратно доехало. Просто невероятная красота. Такой милый. Господи, Марина, вы даже не представляете, как мне не хватало такой прелести в моих работах к Пасхе. Я обыскала весь город. Я не могла найти нормальных, красивых, вот таких небольших, хорошо окрашенных фигурок. Вы просто посмотрите. Это же такая прелесть. Там есть еще.
просто невероятная красота. Это невероятно. Там еще бабочка, еще розовенькая. Так, сейчас я, наверное, сложу все обратно, складу, потому что я боюсь, чтобы они, не дай бог, не упали и не разбились. Так как я рукожоп бываю, и не дай бог, что-нибудь с ними произойдет. Поэтому я аккуратно их сложу в ту же пупырку и отставлю. Там еще что-то. Ай, какая прелесть, просто невероятно. Столько теперь у меня всяких разных птенчиков, этих цыплят. Еле вспомнила, как называются цыплятки. И еще одна бабочка, вот здесь ее хорошо видно. Только посмотрите, у меня теперь целая куча птичек этих, они невероятно красивые, очень здорово, прям столько идей, что теперь можно с ними сделать. Марина, вы просто волшебница, это невероятно. Вы, кстати, дарите вдохновение, потому что последнее время у меня прям ступор, что же делать дальше, идеи есть какие-то, но нет вдохновения, теперь у меня вдохновение просто невероятное. Какие замечательные курочки. Спасибо вам огромное. Я просто безумно вам благодарна. Это очень сильно приятно. Это невероятно круто. Мне очень-очень приятно, потому что это значит, что вам нравится мое творчество, вам нравится то, что я делаю, и это побуждает меня делать еще больше, стараться еще лучше, чтобы вам было интересно и вам нравилось. Спасибо еще раз огромное. Вот такая вот красота теперь у меня есть.